Всем привет! Сейчас еду от врача. В общем, со мной тут приключилась история целая. Так у меня периодически бывает, что, ну, наверное, со многими такое бывает. Согнулся и разогнуться не можешь. В общем, у меня есть проблема со спиной, собственно, как у Виталика. Вот, и меня это накрыло тоже недавно. У Виталика здесь, в Америке, это было раза два-три. Вот у меня бабаливала спина, но чтобы так, чтобы я не могла ходить, это вот первый раз за 3,5 года. Ну вот и меня это коснулось, и в общем я целую неделю лежала, не могла встать. Если куда-то мне нужно было, я буквально в прямом смысле ползком, еле-еле. Вот, очень тяжело было. Потом вроде получше мне сделали, ну, укол делали, этот, как его называется, там, диклофенак. У знакомых, у подруги оказался этот укол. Все, что нужно, они привезли, потому что у них тоже проблемы. Короче, я так понимаю, что, наверное, ну, у многих со спинами проблемы. Вот они взяли с собой и поделились своими уколами, поставили мне. Потом таблетки пила. И вот сейчас я уже более-менее ходила. Но ходила наперекосяк, в общем, на одну сторону у меня перекошенная такая. И если долго посижу или что-то, мне тяжело вставать, садиться, а так вроде ничего. Ну, стоять долго не могла. И уже вот в таком состоянии, более-менее на поправку, когда шла, у меня Валя-то моя, Валя, записала к врачу. Она, я так чувствую, мне, что надо мной взяли шефство. Шефство по оказанию, в общем, любви и внимания. Так, благодарна, конечно. Она записала к своему врачу, у которого она была. И вот я от него сейчас приехала. У меня такое ощущение сейчас, вот как будто я сейчас такая, вот, просто просветление какое-то. У меня вот здесь вот аж в шее холодок какой-то. Но болело у меня в пояснице, в общем, сильно в пояснице. Но и здесь он мне все поправил. В общем, этот врач Милпитас находится. Я думала, что это таких огромных денег стоит на самом деле. Оказалось, что в принципе доступная цена, стоимость. Он берет $30 за сеанс. Что он делает? Дядька вообще замечательный просто. Спасибо Вале, что она меня с ним познакомила, отвела меня, можно сказать, за руку. Ну, потому что она к нему каждую неделю ходит и записала меня тоже. Безмерно благодарна и рада, что я туда попала. Вот у нас же такие бывают стечения обстоятельств, и вообще как-то вот хорошо, что вот есть знакомые, которые что-то знают, вот, знаете, взаимовыручка, подсказать что-то, сделать, направить, это большого-большого стоит. И вот он такой вообще классный, так все познакомился, откуда, чего, почему, что случилось, в общем, все расспросил, все записал, то есть очень внимательно подошел ко всему этому, все отметил, ну, собственно, как везде здесь у врачей, там целую кучу нужно заполнять бумаг. И потом он объяснил, что будет делать, показал на примере Валиных вот снимков, снимки Вали показал на компьютере, там такие, а я сейчас покажу вам. Это вот до, это после того, что он сделал процедуру. В общем, вот это вот все у меня, вот эти позвонки, они очень проблемные. В общем, они там, как же он сказал-то слово-то какое? Ну, в общем, да, проблема, вот видно, да, все, что выходит за 100, это все очень плохо от нормы. У меня вот некоторые 147 есть. 143, вот эти позвонки. И потом он, короче, у него такая штука какая-то, знаете, вот такая. И он тык-тык-тык-тык-тык-тык по ней. Я не знаю, может, кто-то в курсе, и что это за аппарат такой. Ну, в общем, чудеса какие-то. Он сначала вот это все проверил, вот этой штукой. Он найдет тык-тык-тык-тык. А потом он это все как-то, как молоточками, знаете, это, с левой и с правой стороны позвонков. Более учащенно и более уже сильно это происходило, там как бы вдавливал, что ли, вминал, я не знаю, как это, по всему позвоночнику прошелся. И вот что получилось уже после. Они уже все, в принципе, в пределах нормы стали, ну, гораздо лучше, чем было. И потом он мне назначил, сказал, тебе еще нужно еще один сеанс.
У меня сильный спазм внизу, тоже он это работал над этим и сказал, что потом тебе нужно, ну, на пятницу я еще записалась, и такое облегчение после всего этого, что он там молоточками мне это проверял, потом вправлял, делал, не знаю. Потом он у меня еще как обычный костоправ, как это называется, остеопат, ой, ну, в общем, который вправляет кости, он мне тоже так это выкручивал, как он мне шею, ой, это я уже давно этого не испытывала, потому что это было в России много лет назад, мне тоже вправляли эти кости, выкручивали, и у меня как захрустело здесь, как у меня все здесь это вправилось, как такое чувство, что позвоночник весь в штаны осыпался, так было, но потом под такое ощущение, как аж холодок здесь, такое облегчение, как будто просветление. У меня по-другому даже голова стала, знаете, вот здесь, видимо, все застой был. В общем, очень рекомендую. Самое главное, что я, повторюсь, думала, что это дорого. Оказалось, не так, что не так-то уж это и дорого. Страховка там ничего особо, не, ну, как бы там есть поля, можешь заполнять, можешь не заполнять, все равно это платно, понятно? Так что страховка есть, страховка нет. Если у кого проблемы, можете сходить. И я Виталику вот тоже, надо Виталику отправить тоже туда, пусть сходит. Он сказал, что если вот после двух раз не поможет тебе, если будешь все равно чувствовать боль, но я с первого раза, смотрите, какой живчик вообще. Я уже после его кушетки встала, кстати, не обращайте внимания, я лежала лицом вот так вот, ну как бы, вот так. У меня здесь все это черное. Ой, ты как покраснела. А я, конечно, у меня все это вдавилось, я прям разрумянилась там. Если, говорит, через после двух раз тебе не поможет, отправлю тебя на снимок. Снимок где-то до $100 будет стоить, меньше $100. Он, Виталик, с работы уже приехал. Так что, ну, я думаю, что мне не понадобится снимок, что мне и так уже хорошо, я очень благодарна. Вот. Оставляю вам координаты, кто здесь живет и имеет проблемы со спиной. Милпитас. Кстати, городок мне очень понравился. Я по нему прокатилась, так мне понравился, такой он хорошенький. Вот он назначает, написал Елена. И мой appointment. Визит к врачу, время назначил. Все, об этом хотела рассказать, о моем приключении с моей спиной. Может быть, кому-то пригодится моя информация по поводу вот стоимости, где можно это что-то поправить и проконсультироваться, и проверить свой позвоночник. Надеюсь, чем-то помогла. Все, всем пока, бай-бай. Всем привет! Я снова такая раскрасневшаяся, лежала лицом в эту, как ее, кушетку. Девочка со мной. Я второй раз вот сегодня была у доктора. Прикреплю это к тому видео, что неделю назад снимала, и вот выложу все вместе. Я все разузнала, поточнее, $30 это, во-первых, для пенсионеров сразу. Но если вы приходите первый раз, ну, допустим, вы в месяц первые два раза, оно будет скидка вам, так-то $60. Вот один раз вы пришли, допустим, это будет $60. Для обычного не пенсионера, взрослого человека. $60. Вот, если вы делаете в один месяц два визита, то это будет $100. То есть по 50 идет скидка. Если в этот же месяц последующий вы делаете визит, это будет уже $30. То есть на уменьшение. Но 30 это уже вот... Допустим, смотрите, сегодня я была второй раз, и с меня взяли уже 40. То есть в прошлый раз 60, сейчас 40, и это все вместе $100, потому что я два визита в мае сделала. Следующий я записалась на пятницу, еще я хочу один раз сходить, потому что сегодня, вот всю неделю я более-менее нормально была, сегодня мне опять больненько было. И я записалась на третий раз на пятницу через неделю, и мне уже будет $30. Ну, в общем, вот такие расценки. Ну, что тоже, в принципе, не так уж это и дорого. Ну, так, терпимо, я скажу, терпимо.
потому что действительно лучше. Я сейчас опять, мне вот он выпрямил, у меня прямо сильно, я прям видела на этом, сильно у меня один позвонок был выдвинут. Как он говорил? Стак и еще слово спазм, стак и... Ева, ты помнишь, какое слово ты сказала? Этот... Ну, в общем, позвонки, да, у меня в пояснице, особенно в пояснице. И вот сейчас опять я вышла, я еле к нему пришла, я из машины вышла, мне прямо налево, ну, как бы меня скривило. Кривая, еле-еле пришла. Опять после его сеанса, опять он меня покрутил, вот этими молоточками постукал. И я опять вообще... Ой, ну, помогает, действительно, польза есть, поэтому там, если вы пойдете 2-3 раза, это будет, получается, если 3 раза в месяц вы сходите, 50-100, $130 в месяц за 3 приема. Все, поехали мы с Евочкой домой, все пока. Бай-бай. Еще забыла сказать, записала Виталика на завтра, они работают в субботу на 11:30, вот ему дали. Валя прискакала моя, она тут рядышком живет, просто говорит, ой, как же я не прийти, пришла тоже там с доктором, они такие, ну, как в таких дружеских отношениях, тем более с Валей-то все у нас, все с дружеских отношений, в общем, побыла со мной Валя еще тут.